Это Канада. Что вам сказать, рассказать? Днем мы выспались, а теперь время 1:00 ночи, а мы пошли гулять по даунтауну. Снимать я не думала, не хотела, поэтому не взяла даже с собой ни штатив, ничего. Ну, может, что покажу, а может и не покажу. Вот. С праздником вас всех. Спать никто не хочет, все гуляют. Мы идем в даунтауне по направлению к мосту Бурард. Старый мост. Сейчас мы покажем, какой он. Ночью красивый. Что это, как будто окна на башнях. О, смотри, там как маяки. Ага. Как будто там огонь, да, горит. Лампочки. Такой старый мост. Что тут про него написано? Реконструкция была в 2018 году. Да? Да. Вот так по нему будем идти. Здесь, видите, тротуар. Отгорожена бетоном велосипедная дорожка. Потом автомобильная, и с той стороны также велосипедный, автомобиль, пешеходный. Фонарики. Вот видишь, забор, да, поставили. Забор поставили. Раньше забор был такой низкий вообще. Ну какие фонарики красивые. Вот книжку кто-то потерял, забыл. Вот всякий сифилис трогает. Алкоголик написано, смотри. Книжка. Алкоголик анонимус называется. Анонимный алкоголик. Читай. Книжка на мосту. Анонимный алкоголик. Анонимус алкоголик. Читайте, пусть читают. Погода у нас хорошая. Звездочек, правда, не видно, наверное, пасмурно, облачно. Но дождя нет и не холодно. Градусов 15 сейчас, да, наверное, плюс. Вот видели велосипедок? С одной стороны Ванкувера в даунтаун, этот мост. Из Ванкувера... Оп! Смотрите. Видите, как у нас скорая помощь ездит? Спать здесь людям не дают. Кошмар, да? Я там бомж, он прямо ехал, лежал на полу. А, да. Он сидел, да. Вызвали. Ну, мы вызвали. Стеклянный? А, нет, ничего нет. Здесь просто ступенька между пешеходом. Велосипедный. Что у нас за решеткой? За решеткой вот у нас что. Водичка. Даунтаун. Дома. Прямо под мостом.
когда-то там. Первый раз съемку снимали, да? Угу. Здесь не было вот этих кораблей на ползалива. Может, было в другое время года? Не, ну не было столько кораблей. Смотри. Здесь моря, они скоро друг к другу будут дотрагиваться. Видите, сколько яхточки стоят? Много, да, их. Может, потому что пандемия, и никто никуда не плавает. Они, смотри, они скоро будут уже дойдут друг от друга, смотри. Ну, наверное, пандемия, все дома сидят, никто не в океан не выходит, не плавает. Нет, просто понаехали, накупили уже таких. И уже сделали парковки. Пирсы, да, они уже расширили пирсы, до сюда достроили, видишь? Ну да. Здесь скамеечки. Кто устал идти через нас, здесь может посетить. Когда приехали, не было, они взяли свет. Да, было меньше. Ты что, вот этого ничего не было? Вон, до тех фонарей тут вода была. Боже мой, всегда я думала, сзади нас они там не могут дорогу поделить на той стороне. Первый, наверное, сидит, уже уснул, едет. Да. Вот этого ничего не было. Припарковались. Да, люди яхты понакупили. И сюда приехали, да? Вот тут везде трамвайчик ходил у нас. Ну да. Я ж помню, тут до берега было все просто. О, смотрите, что это? А, с этой стороны так. Как вы... Сейчас я немножко отойду и развернусь. Вот. Значит, здесь получается через воду, через эту, с этой стороны Ванкувер, с этой стороны тоже Ванкувер, но даунтаун, как вам показать. Там. Руки мерзнут, ветерочек. Еще автобусы ходят, время 1:00 ночи. Я говорю, автобусы еще ходят, время 1:00 ночи. Фотографии зайдите ко мне, посмотрите на инстаграме. Я там немножко фотографии поставила с этого моста. Красивые. Ты кому говорил? Я видео говорю маме. Мама, посмотри. Люди возвращаются на яхты, на свои, наверное. Гуляли по даунтауну, спать идут. Ну вот и все, по мосту мы прогулялись. Немножко я вам показала. Идем в обратную сторону. Будем ехать сейчас через даунтаун. Может, если что-то еще интересное где-то увидим, красиво остановимся. Я вам, конечно, покажу. В общем, нам не имется, никогда машины не дойдем. Мы решили тут еще немножко пройтись.
под мостом. Посмотри, темно. Мы здесь тогда гуляли, светло было, да? Когда? Это сейчас. Мост, этот дом там с трассой. Да. Под мост можно. А здесь вид хороший. На шарик. Ну, на галерке, там. Вот сфотографирую ночью черный шарик. Тут к воде мы идем. Ой, как хорошо воздух. Жилые квартиры, похоже. Блин, осторожно под ноги смотри. Куда ты? Вот они где. Мы спустились там, где эти яхты стоят. Видите? Сюда спустились. Здесь фонтанчик шумит. Вода. Стопинки такие высокие. Вода. Фонтан. Пусто, все спят. Ступеньки высокие, поганые. Что-то яхта себе припарковала. Ну вот еще чья-то яхта. Это наша. Это наша. Сейчас сядем и поплывем. А здесь двое не поместятся. Это для одного. Для двоих вот эта голубая ванна. Припарковали их. Все спят. Мы приехали немножко. Проехали, теперь в другое место приехали. Но также даунтаун, просто немножко с другой стороны. Здесь тоже пройдем, погуляем. Здесь у нас такой красивый шарик горит. Сегодня какой-то цветной цвет не меняет, смотри. Меняет, он только летом. Да? Это музей. Шарик – это музей. А перед нами хоккейная арена, где Ванкувер Канукс играют, тренируют. Канукс. Ванкувер Канукс. Люди гуляют. Видите, какой красивый. Science World. Называется Science World. Что-то крыша не натянута, да, на этом? Обычно же крыша натянута там, нет? Я не знаю, вот это и есть крыша. Да? Пахнет, знаешь, чем пахло? Ватой сладкой, да? Чуть темно, неинтересно. Нечего мне здесь вам показать, некрасиво. Мало уже вам больше ничего не показывать, я сюда перешла на другую сторону. Смотрите, как красиво. Вот, а еще отражение такое красивое. Красиво отражается в воде. Здесь все отражается, видите, огоньки. Ой, какая красота. А мы все еще гуляем. А время 15 минут второго. Пусто. Делать здесь нечего. Воздухом надышались. И все. Идем в машину и поедем домой уже спать. Нет, еще не идем в машину. Еще куда-то свернули налево. Еще, оказывается, не идем. Что там, Тима, так красиво? Охереть. Охереть, красота какая.
Все, спокойной ночи нам, мы поедем домой уже спать.